брак граждан Российской Федерации Волкова Дмитрия Андреевича и Маркеловой Алены Павловны. Уважаемые невесты и жених, сегодня рождается ваша семья. С этого дня начинается ваш совместный жизненный путь. Регистрация заключения брака обязана спросить вас, является ли ваше решение стать супругами добровольным, взаимным, искренним. Прошу ответить жениха. Да. Прошу ответить невесту. Да. Сегодня 7 мая 2022 года в Санкт-Петербурге брак зарегистрирован. Объявляю вас мужем и женой.